Так, дорогие друзья, залила все банки. Здесь вот получается 2, 4, 6, 8, 10, 12. И вот здесь 2. Приготовила сахар. Сейчас еще постоят. Но вот первые две банки еще теплые. Поэтому я жду, когда полностью остывает, а потом заново переливаю и перекипячу, и сахар добавлю. Также отварила макарошки и поставила в духовку курицу. Сегодня запекаю курицу, готовлю кушать. Компоты жду, когда остынут банки полностью, для того, чтобы перекипятить нам их. Вся ночь впереди, успеем. Так что вот такие вот дела. Готовим дальше кушать. Дорогие друзья, испекла курочку в духовочке. Запекла, такая вкусная, румяная получилась. Также, ребята, сделала малосольные огурчики с укропчиком в контейнере. Вот удобно, кстати, в контейнере. Ванечка, подожди. В контейнере удобно. Все перетрес, перемешал. Тут не обращайте внимания, влажное полотенце лежит. Это я из духовки обычно так достаю. Мариночка, подожди. Да, макарошки ваши любимые, да, Марина? И курочка. Ладно, буду детишек кормить. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Всем добрый день. Я сегодня продолжаю переваривать компоты, которые вчера заливала. Сегодня сахар добавила. В сироп сахар добавляю и всегда. Вот получается, на две банки я ложу 5 вот таких вот кружек. И плюс еще в банку, в каждую я еще по кружке добавляю. 5 кружек я перевариваю, и кружка так еще сахар. Ну, вот 6 кружек на две банки трехлитровые. 2 я уже сделала, поставила под стол. Тут еще 2, 4, 6, 8, 10, 12 банок еще переделывать надо. Я их на ночь оставила, чтобы они хорошо настоялись, остыли. И вот сейчас перевариваю все. Вот так вот. У нас сегодня опять отключили воду, поэтому у меня ведра на столе стоят. И вот мои банки, заготовочки. Видите? Вот. За ночь вода впиталась. И вот здесь вот я опять варю. Сахар у меня стоит. Я отмеряю 5 кружек вот в эту тарелку и потом высыпаю, когда сироп выливаю, и делаю. Вот 2 банки слила уже, сейчас скипятится и будем заливать. И ставлю вот так вот под стол вниз головой. На столе прокатываю сначала, чтобы сахар, который я ложу дополнительно, чтобы размешался. И ставлю сюда, видите, какой насыщенный получается. Муж говорит, много ягод положил. Муж мне говорит, надо было меньше ягод ложить, больше бы компот получилось. Я говорю, ну куда еще меньше? Тут и так, по сути-то, господи. Пускай. Он говорит, надо было меньше. Ну, каждый по-своему делает. Я хочу побольше. Детки любят ягоды кушать. Потом из компотиков. А, вкусное, сладкое получается. Сахара почему ложу больше, чтобы не прокисло? На всякий случай. Лучше уж больше положить, потом развести этот сок, да и все, если переборщим с сахаром. Поэтому это ничего страшного нет. Ладно, готовлю дальше компот. Дорогие мои, я продолжаю делать компоты. У меня Маша, Оксана и Катя ушли уже на площадку. Я накормила маленьких уже обедом. И продолжаем дальше катать. Мне еще осталось вот 2. Я сейчас залила, их закатаю, убираю. И еще 6 банок. Ну, сегодня быстрее уже, знаете, как-то. Что, прокипятил, залил и закатываешь. Уже не надо париться. Вчера дольше было, конечно. Вчера пока все промыла, простерилизовала. Весь день на это ушло. Ну, ничего. Так. У меня закатка такая старенькая еще. Бабушкина, моей бабушки. Хорошая закатка. Так вот закатываем. Зачем я там в банку поворачиваюсь после каждого раза? Ну вот, как бабушка раньше делала, так и я делаю. Сейчас опять скажешь, ну опять бабушку приплела. Ну да. Сегодня с бабушкой разговаривали по телефону. Так, куда я полотенце-то положила? Вот оно. Протереть стол, чтобы не было влажным, и проверить баночку, покатать, проверить. А это полотенце уже от вишневого сока все потемнело. Ну и ладно.
принципе, и так. Все нормально. Потрясу немножко. И вот так вот проверяем. Все, сейчас положу, прокатаю и немножко постоит на столе перевернутая. А потом уже сахар, чтобы растворился, который я туда добавляю, я прокатываю. А потом поставлю здесь, пусть немножко постоит, а потом вниз под стол. Так. Вроде бы нигде ничего не протекает. Вот так вот. Сейчас эту банку еще наоборот. И у меня, знаете, еще вот сахар же каждый раз добавляешь, больше остается. И я решила вот так вот в баночке еще сделать. А я. И тоже закатаю. Так, сейчас эту баночку сначала протру все и будем закрывать ее тоже. Машинка хоть и старенькая, но закатывает хорошо. Ой, господи. Так, слетела. И вот так катаем, катаем, катаем. Ладно, сейчас доделаю все банки и вернусь к вам опять. И надо будет что-то уже ужин готовить. Воду сегодня отключили, но мы ведра набрали, поэтому я как-то не переживаю, у меня вода есть. У меня вода в ведрах есть. Я вчера завтрак и обед приготовила, сегодня только разогрела. Потому что я знала, что отключение воды будет, а у меня все ребятишки дома. И сейчас только ужин. Хочу достать курицу и с картошкой в духовке опять запечь. Вчера он курицу в духовке делала, и на вчера поели, и сегодня еще осталось много. Ну, потому что я вчера один противень я вам показывала, а я делала два противня. Таких у меня, так как стеклянная форма маленькая, приходится так делать два раза. А на противне оно подгорает, когда она просто на противень ложишь. Поэтому я делаю так. Так, проверяем. У нас тут он по банке скатывается. Так, все хорошо. Сахар на дне. Можем прокатываем этот сахар. И ставим. Тут полчаса постоит для проверки на всякий случай. А потом я уже только на пол спускаю, одеялом там укрываю. Здесь сначала держу. Все. Пускай так стоят. И эти банки я вот так вот по бокам ставлю плитки, чтобы потом было удобнее заливать. Все, дорогие друзья, продолжаю дальше варить компоты. Напишите, какие вы уже компоты варили. Если какие-то у вас определенные рецепты есть, то скидывайте мне в личку. Мне так будет удобнее. Всем хорошего дня. Наконец-то закатала последние банки. Тут вот после каждой варки сиропа банки оставалось немножко сок. И вот получается, я потом все это собрала вместе, прокипятила и добавила еще туда сахар. Получилось тут как сироп. Три баночки тоже сейчас наклеечки наклею и уберу. Я на каждую баночку вот так вот наклейки пишу вишня и наклеиваю. И сейчас вот постоят немножко, вниз спущу и до полного остывания. Как остынет, уберем в подпол. Ну все, у меня вот такие вот заготовки получились. Все, ребята, все баночки сделала. И маленький сюда поставила. Сейчас хорошо одеялом закутаю. Сверху еще вот приготовила одеяло. Тоже накрою. И все, и пусть готовится. Так, сколько получилось? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 и 3 маленьких. Вот так вот. Так, дорогие друзья, сварила еще молочную кашку, уже выключила, закинула масло. Рисовую кашку решила сварить на ужин. Не хотят уже сегодня курицу, поэтому кашку сварила. Но потом посмотрим, все равно курицу уже достала размораживать. Может быть, что-нибудь из курицы приготовим все равно. Конечно. Смотрите, девочки ходят, ягодки собирают. Покажи, Марина, сколько ты уже набрала. Вот столько, да, молодцы. И ходят по территории везде. Оксана, вон туда надо сходить. Вон туда, там малинка есть. Да, вон там, на возле камней. А, были там уже? Молодцы. Ладно, собирайте. А Ваня тут песенки поет, да, Ваня?
Да. Ну, а я Маше помогала, листики собирала. Для улиточек юных. У нас сейчас вечер, так хорошо, ребят, на улице не холодно, не жарко. Самое то. Да, Ваня, садись. Кач, кач. Ваня, качаться. Где? Да. Да, да, да. Аккуратно только, понятно? Только аккуратненько. Да. Ладно, пойду я Машеньке помогу.